Блоги дают свободу каждому выражать свои чувства и делиться мыслями с другими. Первоначально блогом называли личные дневники, которые люди заводили в интернете для друзей. Но сейчас понятие блога значительно расширилось. Быть блогером – это и профессия, и стиль жизни, и весьма выгодное дело, если вам посчастливилось стать популярным. И стать им может каждый, у кого есть желание. Самое главное – креативный подход и удобный гаджет в арсенале. Студент первого курса КФУ Тимур Камалеев с 13 лет смотрел видео популярных зарубежных блогеров и загорелся идеей начать снимать свои ролики. И вот относительно недавно он запустил свой канал на YouTube. Пока прям таких явных фишек нету, и какие они будут в будущем, я пока даже не знаю. То есть я могу вот сейчас поехать домой и по дороге бац, придумать какую-нибудь фишку, и думаю, вот это будет фишка моего канала. Сейчас на канале Тимура можно найти юмористические скетчи и влоги. Как признался молодой блогер, он еще в поиске своей индивидуальности. Ну, мне нравится снимать. Сама по себе съемка мне нравится. Плюс у меня есть написанные сценарии, то есть я сам пишу их. И нужно же как-то воплощать в жизнь, чтобы люди это видели. Прям все видео, то есть от съемки до конца монтажа, оно может занимать от, ну, часов. Самое быстрое видео я сделал за 5 часов где-то и до нескольких дней даже. Ну, в зависимости от того, как быстро ты делаешь и есть ли настроение вообще на это. Мы желаем Тимуру много просмотров и подписчиков. И поздравляем всех, кто может гордо называть себя блогерами с их днем. Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.